А, все взрывается, это потому что накипь. Это я шарю. Я раньше такого не видел. Ну, раньше Опа, а было. чё ферма перестала работать? Какая? Смотри, все в латексе. А, шина, не, я же МЭшку сломал, шина, А, понял, не работает. а в натуре. Смотри, вся ферма в латексе. Блин, у меня ноль монет, капец. Даже на эту нету. На спринт. Пай, добрейший вечерочек. Согласен, монет вообще мало. О, Илюха, хорошо. Ну, мы вчера два гравика бога просто купили. Илюха там нам часы накручивает. Красава. Уже третий Это раз он кикает за уважаю. ФК. Третий раз уже кикает за ФК 15 минут. Блин, интересно, меня снимут за такую тему? Но сначала Мишу, наверное, подъебут. Потом ты А сам что снимешь. он сделал? Тему написал. А, та забей. Ну там такая тема, тем более зная его репутацию, и как Снежа относится ко всему этому, и то, что она не хотела брать как раз его из-за этого, то может что-то и будет. Хозы вряд ли, мне кажется. Ну короче, ладно, не буду пугать, поэтому посмотрим. Так, скоро это стеклом накопится дальше. А что я вообще хотела? Так, а я хотела это матери с бака спиздить. А, давай автокрафты делать, потому что мне трудно очень. Что он там? Дурачков здесь нету, наверное. Очков нет, ну да, ты тут единственный. Павук Миха... Михуил? Сука. Твой любимый хейтер. А не, стоп, твои любимые это Олд Дик и Дед... Давай, Дэн Докер, во. Я еще ник запомнил. Ден Донкер 11. Так, дело, говорит, не в Ден Донкере. А он и они, кстати, видели то, что ты уже хелпер? Не знаю. Мне интересно было посмотреть на их реакцию, когда они это увидят. Так, шаблоны надо теперь перенести. Эти миллиард сундуков. А сюда ты повставлял уже их? Ага, повставлял, ладно. А чё ты их, кстати, вот так вот развернул? Погоди, сейчас. Чё-чё? А чё ты их так развернул, так? Если А подключить так сюда... еще вот эту надо здесь еще линию сделать. Так, а подключить их... А подключить можно либо снизу, либо сверху. Ладно, потом подключим. Вот это вот надо скрутить. Ай, блин, чуть киркой не скрутил. Нормальная тема. Я помню, МК5 квантовый генератор киркой сломал. Нормально тоже. Просто юдай. Это какой-то заговор. Полезная информация. Тут. Ой, а что они там? Опять срутся. Чё там? Не смотрю. Вот почему я честная рожа. Так, варп ВПС, меня он напрягает, он же недавно рекламировал. Нет.
Так. Я один шаблон найти не могу. С золотой пластиной. Даже в идеале. Зилы. Это все силы зла. А, во, нашел. Тут интерфейс кто-то сгиб. Бля, я только что туда упал, только что. Куда он делся? А, фу, блин. Так, Вадим, твоя задача класть выталкивать или ускорить, или в металлоформовочный механизм. Я тут как бы уже занят. Чё делаешь? А, это? Аккуратно с интерфейса, короче, не трогай. Оставь их, я потом с них шаблоны буду забирать. Сломай сундуки, механизмы, интерфейсы не трогай. Угу. Ух, так, теперь надо как-то расставить это. Сюда вот давай это. Вот это вот. Не-не-не, это тоже внизу автокрафт будет. А, стоп. Клади, клади просто в сундук все. А, ты хочешь тоже вниз поставить его? Ну да, я все внизу буду ставить. Так, ладно, короче, сейчас сундук поставлю. Все, да. Поставь сундук. Там где-то в сундуках, он в тех есть сундук. В тех. Там 23 сундука я делал. Вот тут где-то сундук должен быть. Что такое парламент? Это вы там... Вот я нашел. Важные вопросы решаю. Да. Вот ты, конечно, кинул, блин. Прям в дырку. Тут курица. Тут две курицы. Была же одна. Ну, две, я вижу, по крайней мере. Это банк. О, 1337. Ясно, понятно. Капец. Тупо... Эти метеориты находят, пацаны. Только что забанил чувака с ником Анал Петровна. Нормально. Вчера, кстати, выдал мут по 1.19 за раздачу. И через прям доли секунды Блэк этот, Блэк Саурон выдает ему бан на сутки. И пишет мне, сейчас уберу. Усик. Усик. Это тупо клеймо на всю жизнь. Заклинили, называется. Так, это... Анал Петровна. Там этот Ержан рофлит с этого. А вы видели, я тоже вчера прикол один скинул? Если не видели, то я обиделся. Я все твои приколы смотрю. Да, в этом? В General Voice? А, в General... нет. Ладно, скину сюда. Раньше пацан хоть какую-то паузу делал. Темп, муте, ниндзя, ниндзя,